студии Анастасии Конникова. Здравствуйте. Последний рабочий день этой недели не порадует староскольцев солнечной погодой. Небо затянут тучи. По данным гидрометцентра, в пятницу 21 октября небольшой дождь. Ветер переменчивый, с порывами до 5 метров в секунду. На протяжении всего дня довольно прохладно. Утром плюс 6 градусов. К обеду потеплеет до 8. Вечером и ночью температура опустится до 4 градусов со знаком плюс. Луна – убывающее спокойное магнитное поле. Атмосферное давление немного выше нормы. 752-754 миллиметра ртутного столба.